В данном видеоуроке мы рассмотрим, где скачать и как зарегистрироваться в Skype. Итак, заходим на сайт slowo.ru и в правом боку на почетной доске находим значок Skype. Нажимаем «Скачать». И тут нажимаем «Скачать Skype». И он по прямой ссылке скачивается. Итак, после того, как скачали Skype, нажимаем на сетап Skype. Далее выбираем язык. Запускать Skype при запуске компьютера. Мне это не нужно, я убираю галочку. И делаем «Согласиться». Убираем эти две галочки. Жмем «Продолжить». Итак, Skype у нас установился. Запускаем наш Skype. Итак, тут мы можем ввести наш логин и пароль, если он у нас существует. А если нет, тогда нажимаем «Создать учетную запись». И нас перекидывает на сайт Skype, где мы проведем регистрацию. Итак, вводим имя, фамилию, адрес вашей электронной почты, повторяем его, далее начинаем вводить наши личные данные, дату рождения, пол, страну, город, язык, номер мобильного телефона, но он не обязателен. Давайте использовать Skype. В основном для бизнеса. Название компании там можно написать. Размер компании. Итак, и пишем пароль. А, логин Skype. Ну, пусть будет такой логин Skype. Пароль. Подтверждаем по электронной почте. Вводим текст, показанный выше. И жмем «Я согласен». Итак, наша учетная запись. Если вам понравился данный урок, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До свидания.